Стартовал предварительный этап всероссийской переписи населения. Основное мероприятие пройдет в апреле 2021 года. Пока же опрашивают жителей труднодоступных территорий. В Тобольском районе там проживают 13% населения. Переписчики пойдут по домам уже завтра. Они проходят соответствующее обучение. Сейчас мы, значит, все прошли инструкции. Начинаем обучаться заполнять переписные листы, работе в планшете, так как новый вид переписи через планшет, поэтому мы осваиваем технику. Часть переписчиков проходит обучение по видеосвязи, потому что зимников в деревнях еще нет и добраться в город нельзя. За декабрь в Тобольском районе предстоит опросить более 3000 человек в 28 населенных пунктах.